Обладнання зібрано, прикраси на ялинці. 10 дайверів у дідморозівських костюмах готуються до занурення. План – встановити новорічне дерево на самому дні Новомиколаївського кар'єру. Пірнати у крижану воду не бояться. Потому что команда дайверы, которые сегодня собрались, достаточно подготовлены. Да? Карьер сам по себе нам знакомая локация. И, ну, наверное, за что больше всего я переживаю, это чтобы не подвела гирлянда на елочке. Потому что она у нас будет гореть, должна гореть и под водой. Поэтому это красиво, это здорово. Вот я за нее больше переживаю. Таку незвичну традицию дніпровські дайвери започаткували 15 років тому. Цьогоріч вирішили побити рекорд. Облаштували ялинку под водой на глубине 40 метров. С тех пор много чего поменялось. Раньше я только сегодня вспоминал, как ребята тащили какие-то игрушки, какие-то маленькие елочки под воду, ставили на камни. Это было в виде развлечения и чисто символической такой вот традиции, которая зародилась давным-давно. Сейчас у нас уже серьезные аппараты. У нас сегодня уже светящаяся елка. У нас уже настоящая гирлянда с электричеством под водой. Радувати підводних мешканців ялинка буде до 14 січня. Потім новорічну красу дістануть на поверхню. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».